И всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала, с вами, как всегда, Туди Клаус и Руди. Ко-ко-ко-ко-ко. Так, всем теплейшего ППСика. Бум, ца-ца-бум, дорогие подписчики, давайте, Петюля! Это наша Петюля местная. Дай сразу кирочку. Сейчас вначале подскажу, ради чего это Петюля. Ребят, вы, наверное, помните, что Петюля это алмазики. Смотри, Русь, идем тунц-тунц-тунц-тунц-тунц-тунц-тунц-тунц-тунц. Вот по секрету, Русь тпшнулся и не увидел алмазы. Да. Не увидел. И тут так получилось, что мы в тот момент, когда готовились к началу съемок, примерно там полминуты или там 20-30 секунд, я просто вырыл пару блоков и нашел алмазы. Просто чисто мы, то есть, бегаем, там, разговариваем, и тут раз, и алмазы. Да, я даже кирочку, у меня тут каменная кирка была, поломал, вот как раз об этом. И, ребят, что, сегодня у нас продолжение шарения по шахтам. Ребята, мы... а я вот думаю, сегодня как раз можно не в шахту, а именно на поверхности что-нибудь замутить. Там, например, зачаровалку. Да, что-нибудь такое. А мы, кстати, мы обсидик еще не добыли. Обсидик? Обсидианчик. Клау, зачем заделываешь? Ну это чтобы нас зомби не достали. Какие тут зомби? Кстати, я ни одного зомби. Вот у наших шахтах еще никогда не стоит. Вот чем я люблю. Мы всех поубивали, как-то... наверное, в прошлый сезон. Да, не, ну они все равно бесконечные. Это из-за того, что мы шахты сами роем. Ребят, вот вы прям сейчас удивитесь, что я нашел. О, лава, нифига. Ты уголь нашел. Да. И чё, как вкусный? Ну да, неплохой. Дайте кирочку мне, пожалуйста. Да, прям вообще. Я могу вспенить только верстак, который стоит вроде. Замутите там где-нибудь печку у меня. Да я сейчас мечом буду рубить, ребят. А вот верстак стоит, так что... Не, печку замутите, у меня есть железо с собой. Окей, я печку мучу. Сейчас мы сделаем кирочку. Бум, ца-ца-бум, дорогие подписчики. Это все из-за Руси, он написал мне коммент. Бум, ца-ца-бум. Знаешь, что, короче, это... В следующий раз попробую поздороваться вот так. Может это бредово прозвучит, вот так. Всем привет, мои маленькие любители экстремизма. Ага. И меня тут Максим Тесак. Сразу. Катя, Тесак не достанет, чё ты? Он уж сел давно. Много так думали, можно что угодно он их делать. Не доставит. Да, знаешь, много тоже думал. Тоже ты думал, тоже тут я помню какую-то серию смотрел, он говорит, ты думал я не доберусь, говорит, до тебя? Сидит такой с ним на диване, гол. Думал, я до тебя не доберусь, говорит. Так же со мной будет только по-моему, я. По-моему, в Украину он сказал. Да вы чё, ребят, вы с ума что сошли? Харьков, сел давно. Нет, кто? Никто не помнит. Он сел, кстати, сам. Сел? Да, он сел. Все, можно теперь на детей наезжать. Зачем его... сел? Ну, на него за это подали в милицию. Да сел, на него подали, он сел. Он сел опять. Я уранчик нашел. Ага. Хуй ты, блин. Ребят, идите. Глёбаный уран, ну так в темноте похож на алмазы. Ребят. Ты хочешь чуть-чуть свинца? Свинца нет, не надо. Пулю. У меня и так. Профилактический лещ. Все. Клаус там. Клаус или у Тузика есть, иди делай кирки. Клаус, хочешь, я тебя научу? Лечь дается рукой, но никак не мечом. Еще ногой. Да, и ногой можно. И ногой. Ну ладно, это будет свинцовый лещ. Спешл. И у нас железный меч, а не свинцовый. Ой, чё повсюду лава-то, а? Потому что я это, как там, походу, то алмазы где-то есть. Да нет, там, походу, ну, вот хотя тут уже, мне кажется, то, что тут, есть. Тут земля, потом лава, всегда... Стой, дорога смерти, иди сюда, увидишь дорогу смерти, нет, не увидишь. Ай, заливает. Соседи заливают лавой! Ай-яй-яй! Да не, не закрывай ее, она нам светит. Давай, у меня есть. Светит, о, наши. Тут сейчас Клаус. Да. А, тут не опасно. Не. Да, достала лава повсюду. Да ё-моё, чё, Клаус, отойди, ты опасный тут. Да чё я опасный, ну ладно. В одном месте нельзя рыть вдвоём. Убейте меня, я домой пойду. А, давай я тебе, кажется, скину. Точно, мы же можем к себе домой тпхнуться. Да подожди. По-читёрски. Ребят. А, кто сейчас раньше домой как пойдет, ты скрывали, а теперь вообще норм. Ресурсы так. Такие матерые. А, мазафака! Кто домой пойдет? Это нигер. Тут чешуйница нига. Вот сейчас еще одна. Да я не мазафака. Деремся, пацан. А, Клауд, ты че меня-то бьешь, а? Я бью, я никого не. Ты мне 6 хп снял своим мечом гребаным. Клаус, Тузик, ты, ты хоть как-то контролируешь свои удары? Пойдет.
Я контролировать собираюсь когда-то. Ни хрена их отсюда вылезло. Здесь гравий. Да там, наверное, не знаю, что будет. Я, кстати, все уже там брать не буду, тут это уже полностью будет. Капец. Да, как раз они все и вышли. Они все разом детонируют, что забыл интересные факты, я с чешуйницах делал. Удачненько. Да блин, вот она опять, сколько можно? Они друг за другом всегда идут. Я не ходил, я его. Да ребята, как меня гравий достал! Кто его вообще заблокировал, ребята? Он там живет. Что? Ты его от мира и сего? Посмотри, вон он, вон он. Вот так могу. Ну я не хотел, я не знал, что она. Я пожал. Убейте меня кто-нибудь, ребят. Стой, Клаус, стой. Я вообще бью. Не убивай его, не убивай, не убивай. Да не убивай. Вещь скин снял. Клаус, на, Клаус. Да мы все домой идем. А, кто меня-то убьет? Ага. А я в лаву прыгну. Нет, ты не прыгнешь в лаву, нет! Цена, умри, тварь, умри. Да, ты умри. Так, ладно. И я в лаву прыгаю. А вы домой, ты пошли? Да, с вещами? Да. Да, то я там еще за алмазы сниму. Все алмазы. Ни у кого не больше в руках алмазов? У меня 13. А, ну тогда лол, у нас... Я тебе отдал. У нас 38 алмазов, ребят. Мы за одну серию буквально фармили 38 алмазов. Да. Это рекорд рекордов. Гиннесса. Рекорд, мазафаки. И, ребят, я до сих пор еще не разобрался, как делать эту гребаную, как ее там, дробилку. Из C2, да, они обновили мод. Что за хрень? Как сделать? Нет, я не понимаю, как сделать переплавленное железо. Неужели надо сделать печку железную и в ней переплавливать железо? Почему бы нет? Ну-ка, сейчас проверим. Вот мне только сейчас эта идея пришла в голову. Секрет. Хочешь секрет, Тузик? Какой? Мы давно не занимались миллионером. Так, по секрету. Мы вообще не нажили. Так нападай. Хочешь секрет чуть-чуть? Чуть-чуть. Ребят, знаете, еще лучший секрет, короче. Какой? У нас нету еды вообще. Есть, у меня целых 5. Всё, да? А у меня есть 4 гнилой плоти, поэтому еды куча. Ну, делать? У меня есть 6 гнилой плоти, но охота, знаешь, такой. Я, плюс. Короче, пойду к нашим русским Ванькам. С красной. Укради у них еды, короче, какие-нибудь. Не-не-не, у них ничего не кради. А, ребят, у нас же ферма там растет, у нас же ферма. Точно, по-братски, иди рассади ее. А, окей, сейчас я пойду рассажу. А, ну ты уже там, да? Да-да-да-да-да-да-да. Там как я. Дерево мое срубили, просто негодяи. Еще вчера его. Форт Бояр, блин, устраивал. В ту серию еще ты сам. Ты сам его и срубил! Нет, срубил. Нет, он жалко дерево. Ты ему помог. Ну, мне жалко. Ребята, я не... Тробилка, репликатор. А как... Где тробилка? Ребята, овца топчет наши посевы! Ай, овцы паршивые! Отошли отсюда, псы! У меня опять точка хом исчезла, я её поставлю. Не хавай, не хавай. Не хавай. Я путешествие собираюсь. Не хавай. Прекрасно. Вот оно как, ни хрена. Тут какой-то кузнечный молот появился, а? Какой кузнечный молот? Какой-то... Кузи, значит, чё-нибудь. Кузи. Я сейчас буду кузить. А чё он не крафтится? Кузить надо, а не крафтить. Вот этот теперь закрафтить. Охренеть. Ну, скажу я вам, это всё. Охренеть. Ребята, я пошел красть еду для нас. Выжить любой ценой. И еще по-любому теперь печка делается вот так. Подожди, тут либо да, мы, либо... Как ВКонтакте кто... видел прикол. Я Биар грился. Сегодня мы попробуем покакать стоя. Кверх ногами. Охренеть, как теперь делать. Охренеть! Чего это было вообще? А, я видел, пока как стоит, там такой весь чувак говнит. Да. Я вообще с этого прям выпал, посмеялся, прям от души. Я грился. Ребята, давайте вам принесем. Что кого? Негра. Маленького негра. Маленький негр вам нужен, нет, ребята. О чем будет делать? Не, маленький негр, ты че, он не опасный, они любят красть. В рабство! Ребята. Они красть любят. Давай, как мы, короче, будем олигархами, такими жирными, зажиточными, злыми, тогда можем украсть. Я знаете, что узнал? У нас нет латекса. Вы знали? Ребята, у меня куча бабла, я могу поселенца купить, ребята. Да не, ты что там им торгуешь-то, а? Папа, а ты торгаешь хреном, что ли? Я да ничего вы там им не продавайте. Я алмазы все наши труды. Ребят, я ему булыжник продал, и я могу здание купить у них. Могу нам нужна еще булыга. Могу купить кирпичную форму, могу купить поселенца. Что ты не покупай, Клаус? Я могу купить черного негра. Вот. Он нам не нужен.
Черный негр. Интересно, с белым негром. Ну ладно. Так, надеюсь, вам понравилось торговать с нами. Хорошего дня. Спасибо большое. Мне у вас понравилось. Чё, кого, братишки, кто взорвал нашу хату? Не знаю, я вообще ушел. За 30 месяцев. Нихрена тут. Тут криперу прям под домом шарахнул. Кто? Ребят, я в таком месте шарахнул. Это было еще ночью прошлой, когда я с крипером оставался. Вот ты класс, а? Ну, это не я виноват, это он бомбанул. Спасибо. Охренеть. Клаус разрушил произведение искусства, которое... Да это не я, мой! На тебе леща, вот такого леща надо предложить. У меня есть деньги, я тебя куплю. Не надо мне покупать. Да я в какую-то шахту запрыгнул, и тут стой, стой, встань на верстак, пожалуйста. Нет, я... А, ты не... Деньги там. Нет, встань, пожалуйста. Мали бич, мали бич. Танцуй, бич. Танцуй, танцуй за деньги. Сейчас, да, такой. Давай. Давай, да. Всё. О, медь. Это медь. Ребят, это что такое? Он у меня... Я танцую. Это не то, что ты подумал. Нет. Это не то, что ты подумал, Руся. Я даже подумать не успел, у меня сразу мнение сложилось. Ребят, у меня две серебряные еще. Стойте! Ребят, ночь застает, кстати. Братишки, братишки. Точно, сейчас поспим, пока все в хате. Ребята, я хочу хоть раз ночью походить. Давайте ночью походим. Русь, мы уже расходились. Вот раз. Вот когда разовьемся, тогда похаваешь. А ты боишься, ты боишься. Давайте поспим. Русь, если я тебе там... Ты будешь орать и дохнуть. Танцуй. Да кого? Спим! Танцуй, Русь, спим. Русь, танцуй, ну ладно. Вот так. Я хотел вас пить. Ну ладно. Купить за деньги, это даже серебро, это копейка. Ну чё мы не спим? Печаль. Нет, всё спим. Да чётко всё. Танцуйте, пичес, танцуйте. Серебро, а есть кровь? Столько железа туда внутрь. Танцуйте, танцуйте, танцуйте. Пусть, ну, не чё? Бери, больше железа не переплавляй. А чё, пусть? У нас... Дробилка, Руся, нам нужна дробилка, чтобы увеличить наши... Что меня тут уже леща, тебе леща? Драка, драка. На руках драка. Это обнимашки ваши, блядь. Я молотком буду бить. Ты что? Это молоток. Я буду Кирка наносить урон. Кирка урон большой наносит, уберись. А я не у Кирка. Я буду этим. Идите в жопу. Клаус, уйди. Со своей сигареткой и факел. Сигаретка такая. Я парень на районе, йо-йо-йо-йо-йо. Ребята, надо... Рейд за резиновым деревом. Вы все забыли про нее, да? Ребята, рейд за резиновыми деревами. У нас 8 минут еще есть на эту серию. Рейд за резиновыми деревьями. Давайте искать резиновое дерево. Вон оно, оно. Да еще одно, нам надо много ростков. О, у нас есть целое озеро под хатой. Ребят. Классно. Ребята. Что? Русь. А. Выходи за меня. Нет. Я тебе цветочек. Я не благословляю вас. Я не благословляю вас. У меня Клаус есть. Тебе придется побороться с ней. Чтобы завоевать мое сердце, подраться с ней. С тобой, что ли? С тобой? Причем здесь ты? А с кем? Клаус говорит, выходи за меня замуж. Я говорю, у меня есть любимый человек. Это девушка. Все, у тебя нет шансов. Да, нет, Клаус, тебе придется с ней подраться, приехать сюда и подраться с ней. Ладно, овца, выходи за меня. О, сразу пошла ко мне, молодца. Рейд за резиновыми деревами. Я уже нашел одно и добываю ростки. Деревами. Да ищи там, давай добывай. Ребята, я нашел наш первый сундук. Только ростки. Ты туда убежал? Да. Прям на спаун. Ни хрена себе, ты Клаус. Ой, Клаус, ты такой Клаус. Вообще Клаус. А, цитата дня. Цитата дня. Клаус. Я нашел резиновые деревья. Ребята, я знаете, что нашел? Чё? Я, короче, нашел наш первый сундук, когда мы только начинали. О, там Клаус, значит. Я только что сказал. Ты чё, Русь? И сам говорит, то Клаус, ты такой Клаус. Чё-то я плохо слышал, ну ладно. Ребята, нам нужно какао. Какао-боб? Да. Какао-боб. Это боб, чёрный боб. Можно добыть, можно вполне добыть, но... У нас есть. Печеньки будем делать. Да у нас есть целая куча. Тандарда. Я лично первой серии принёс. Какао-бобы такие черненькие. Ребят, я нашел эту, ну ту, которая черная с белым связанная. Черная с белым. Телятина, вот, я вспомнил. Телятина.
шпат. А ну иди сюда! Кисло-сладким соусом. Да, Клаус, я такого не знаю, что это за заморская телянка? Телянка? Давайте теперь всех коров телянками называть. Телёночки. Телки на районе. Нет, с бабами. Домой, с бобами тут тусуют, с черными. Я почему-то вспомнил сразу Артура Пирожкова, он так говорит еще. Пойду домой, ждут телочки. Артур Пирожков наставит мужу рожков. Бред, вы блядь. Ребят, я нашел лошадок. Лол! Нет, найди сначала Марк. Я их нашел. И их знаете сколько? Целых одна. Так что вы обломались. А надо будет. Нет, ребят, их две. Их две, их три, ребят. Три лошадки. Ни хрена, Русь, я ТП, хуй мне насрать. ТП. Меня тоже ТПшники, ребят. Захватите седла захватите. А где мы седло найдем? Как седло крафтится? Там есть кожа. Кожа нужна, кожа. Есть кожа в сундуках. У меня три кожи целые. Еще в сундуках куча кожи, давайте. Кожа три, давай, давай. Кожа. Убейте меня. Моя чур вон та с гривой, моя вон та с гривой. Сейчас замутим. Сейчас, ребят, я кожу принесу, прям секунду. Да, сейчас. Неси кожу, Клаус. Клаус, ты в хате? Да, я в хате. Пусть он кожу возьмет. Я в хате так, тоже. Так, где у нас же кожа? Там вот, все, кожа у меня есть. Сколько? Целых 14 штук. О, давай, делай, давай. Так, стоп. Но. Давайте, а то не ускачут, они так пыркают. Как делается седло? Ну ты, Клаус. Сейчас я скажу. Быстрее. Тузик, твоя будет по-любому закрасить. Держи их там, привяжи как-нибудь, убежи, завяжи. Я нашел картину Иисуса! Большая греческая икона! О, теперь мы будем христиане. Все. Вот теперь мы, кстати, ее повесим, будем молиться. Более иуды какие-то, иудаизмы, тыквыды какие-то, а сейчас мы будем христиане. Так, а что, где седло? Да быстрее, они сейчас уйдут. Да ты там за ними следи и все. Бей! А тебя многого нет. Не бей, ни в коем случае не бей. А многого, ты понимаешь, что они уходят в разные стороны. Я их. Ой. Так, поводок. Так. Поводок, крафчу. Давай. Ага. А я только. А еще сгусток слизи есть? Хоть одна. Есть там, есть, должно быть. Я же слизь не убивал. У меня одна слизь только. А что, нам обязательно слизь нужно? Против. Да, прям слизь. Ну, лаука. Я седло нашел! А, нет, седло нельзя скрафтить, я вспомнил точно. Как нельзя? Ты чё? Нельзя. Да можно. Нет. Можно. Да нет. Свинячье этом. Обычное седло. Да нельзя. Я броню, а седло. Быстрее, ребят. Нельзя. Да чё ты мне тут рассказываешь? Я тебя сейчас как... Ой. Сейчас, я нашел почти седло. Минута злости от Клауса, тут не верят мне. Доброму человеку. Реально нельзя скрафтить. Лауки. Так. У меня есть идея, ребята! Какие? Это идея эпик шмепик. Это может быть шанс 1 на 1 000 000. Ну пойдем со мной, Тузик, быстрей. А, в данж? Да. И что вы там будете делать? Там седла могут быть. Да меня заколебали эти лошадки, плюс сейчас ночь уже будет. Нет, я сказал, не будет. Пока я не скажу, ночь не настанет. Я черный хозяин их. Так, седло! И пластинка. Давайте еще три седла крафтите. Три. Сейчас. Нет, там, у меня только одно седло. ТП-ш меня. Там корова, я пока за ней сбегаю. Так, стоп, у меня... Блин. ТП-шните меня. А ТП-шните меня. Клауд Пирожков. От того, что я делаю. Наставит любому летсплейщику рожков. Клаус Пирожков. Вы меня ТП-шните? Ребятки, я нам намутил седла через читы. Читер? Я не буду пользоваться твоими читами, у меня есть свои. Да, гордо выкини в лаву, гордо выкини. Руся, чё ты дохнешь? Ты где? Всё, вот он, давай, иди сюда. ТП-шните меня, ребят. На ник, вот. Вы меня Моя с гривой, моя с гривой. Руби деревья топором по бырыку. Надо нам как там? Да давай их угоним в стайке хотя бы в хату. Нам нужны яблоки, дурак! Яблоки! Яблоки! Нет, нам нужны на самом деле морковки. Пошли нарубим. Морковка? Следи за ними, короче, ладно. Следи. Чтобы их задобрить, нужны морковка. Не, либо. Либо. Ребят, как... Меня ТП-шните, нет, пожалуйста, меня ТП-шните. Надо, чтобы они полюбили. Стоп, так, ТП. Клаус, Тузик.
Оп! Что, я теперь буду фотографировать? Это моя лошадь, твоя, вон она, чёрная. Моя вон та с грибой. Ах, вы наглецы! Смотри! Она меня залюбила! Нет, она тебя не залюбила. Залюбила, залюбила, смотри! Ей! Чего я не могу кататься на своей пчеланой ногами? Просто на нее без седла садись вначале несколько раз. Сбрось с моей лошадки. Я ее. Ты не хочешь, чтобы я ее оседлал? Я не сгрил. Вон наверху твоя. Как тяжело, ребят. Я мучаю свои лошади. Ты про без седла, Клаус. Смотрите. Садись, она тебя сбрасывает должна. Вот, так, сиди, сиди, сиди на ней, сиди. Ничего не делай. Вот, сбросил, еще раз. Еще сиди, сиди, еще раз. Куда ты убежала? Ты куда, Клаус? А-а-а. Вот она твоя. А почему она такая некрасивая? Вот она твоя. Еще раз. Давай. Сейчас сердечки должны появиться. Я давай буду называть ее Святая Бетти. Клаус, вот она твоя. О, все, Бетти. Клаус, Е нажимай. А, нет, вот еще раз, еще раз садись, нажми Е. Ребят, придумайте имя своим лошадям. Это будет мило. У меня будет... Тузяшка. Тузяшка? Да. Тузяшка. А у меня так же вкуснина. Вот что, она меня любит. Она меня всё, любит. Теперь Е нажимай кнопку и ставь на нее седло. Ребята, моя будут звать Клаусина. Клаусина, меня Тузина. О, Руся, Е нажимай и седло ставь. Иго-го! Иго-го, ребята! Да! Лошадки, блин. Ребят, и куда, и как это переименовать? Ребят, ребят, как это переименовать? Никак. Никак, у них нет. Всё, все в хату. В хату. Давайте в хату. В хату, ребят, стайки поставим. Ребята, сейчас стайки сам. За что невозможное? У меня проседает FPS в Майнкрафте. Вообще, у меня ужасно просто проседает. У меня как было 45, так и осталось 45. У меня вообще, блин, 10. Ну, прям падает до 10 бывает, и это очень часто происходит. У вас, походу, потому что вы на лошадке. Не-не-не, вот сейчас у меня отлично. Как в NFS-ке просто скачу. Давай-давай. В NFS-ке. Всё, я прискакал. Тихо-тихо-тихо. Нажимаем левый shift. Так, надо по шурику скрафтить, знаете чё? Ограду. Ограду? Ё-моё! Ты чё? Она тебя просто испугался. Ё-моё, орёт! Слушай, я врезался в косяк своего дома. Та-та-та-та. А прикиньте, если лошади будут ломаться так же, как лошадь. Твоя лошадка глупая. Красивая, но глупая. Самое главное, их не трогайте, даже не убивайте. А где моя лошадь? Она ушла туда, я говорю, она глупая. Где моя лошадь? Руся, в ту сторону она ушла. Она вон туда ушла, где Клаус. Еще нашел! Вознаграждение мне, шериф! Вознаграждение. Я говорю, Тузик, моя лошадка. Там в другой раз чуть-чуть. ТПшними. Ой, ТПшнись ко мне. Да ты вот он, я тебя вижу. Меня лошадь кушает. Ладно, похавай. Ты корм вообще. Ирод. Шатка, вот ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Что? Спасибо, Руди, за транспорт. Русь, ты так и не назвал свою лошадь. Давай, называй. Спасибо, за транспорт. Как Гудини? Рудиня. А Рудиня? А, ну да. Прекрасно. Все, Клаусина, Тузяша и... Слазьте со своих лошадей. Клавесильный. Так, стоп, вот это... Оп. Они сейчас разбегутся. Куда моя побежала? Коза драная, меня бьет. Нет, тебя это... Вот она моя стоит и кушает травку. Посмотрите, она такая же умная, как и я. Все, я привел. Ребятки, тоже не серчаем, еще одну накрафчу нам эту, читам. Да, читами, потому что их нереально сделать, потому что сгустка с поводка у нас нет. Тебе не простят. 420. Нет. Твоя пусть убегает. Беги! Беги, Форест! Ци! Так, стой! Стой, отойдите оба! Оп! Тоже, третий. А, я всех отцепил! Мою подцепил. И не ломай! Ну, Клаус! Так там же есть одна, зачем? Это ты мою, кстати, подцепил. Тут только две можно с... Ой, ребята, я смотрите, что могу делать. Клаус, да ё-моё, ты... А, их только одному. Ты умный, Клаус. Я понял, все, моя ошибка, я дурной. Давай, ставь это, как там, еще одну. А, сейчас. Так, этого подцепил. Ребят, это... ну вы чё, блин? Этого тоже цепанул, все. Все. А их зомби не съедят? Не, не должны. Так, все прекрасно. Моя пятнистая же, да? Да, моя пятнистая. А моя цвета... Твоя с цветом вот это, с черным таким окрасом таким. Да. Ладно, да. Надо, все, ребят, давайте заканчиваем, а в следующей серии будем делать загоны для своих... Надо было тебя грязюшкой назвать, а не Клаусин. Ну ладно, все. Да. Чувырлой.
Давайте прямо ребят, наших лошадках. Давайте сядем на лошадки и закончим серию. Давайте, ребят, сейчас. А мы на коне! Да, мы на коне. Как вот три богатыря, блин. Ладно, ребят, всем спасибо, что вы посмотрели. От души вообще, братишки. Давайте лайк поставьте нам. Мы вообще прям рады. Всем пока-пока. 10 рублей покататься на пони, ребят. Все, давай. До свидания. Пока.